Сейчас вы сказали, хочу, чтобы побольше ко мне пришло батюшек, чтобы я с Божьей помощью расписал этот храм, чтобы внешне обделал. Пусть Господь, дорогой отец, поможет вам. И мы верим, что найдут те люди, и Матерь Божия поможет вам, и Господь, и все святые угодники Божьи, что вы сделаете то, что задумали. Тем более, тут рядом построена электростанция. Я думаю, что скоро ваше селение заполнится, и этот храм, дай Бог, не будет вмещать всех желающих. Желаю вам, здравия, вашей матушке Виктории и чадам многое благолепие. С праздником, простите. С братьями должна любовь, как старые христиане, вот еще вот только на заре христианской,
Да они, говорит, любят друг друга, как христиан говорили. Вот так мы должны уподобляться любви. И между братьями должна быть такая любовь. И между нами, христианами, должно быть, должно стремление к этому. Дорога очень трудная, но это христианский такой путь. Никуда от него не деться. Да. Всех поздравляю с праздником. Спаси Господи, что проснулись рано, пришли, потрудились. Кто-то потрудился больше. Спаси Господи, хору спасибо. Спасибо отцам, да, за такой праздник. Помоги Господи. С праздником.